Как всегда, хочу начать, друзья, вам со звуков природы. И мы находимся с вами в салоне Hyundai Staria. Всем большой привет, друзья! Worldcar.ru, как всегда, с вами на связи. За моей спиной премиальный бизнес-минивэн из Кореи Hyundai Staria. Абсолютно новая для нашего клиента, отправится автомобиль в Москву. Абсолютный футуризм, футуристичный дизайн, друзья. Это все про Hyundai Staria. Для нашего клиента отправится автомобиль в Москву. Это 23-й год выпуска. 980, друзья, километров. Не тысяч, а 980 километров. 2.2 дизель, полный привод, 9-местная версия. И, друзья, это, конечно, вызывает восторг. Этот минивэн вызывает восторг. Его внешний вид вне конкуренции. Это самый крутой, самый классный с точки зрения дизайна минивэн Hyundai Staria. Всех интересует, конечно же, бюджет. Бюджет данной Hyundai Staria абсолютно новой. 5700 здесь, в Владивостоке. Цена под ключ с учетом всех расходов. С учетом доставки, растаможки и прочего. Здесь под ключ 5,7 миллионов рублей. Передняя оптика. Вот такого у нас формата, друзья. Светодиодная полоска по всему кузову. И вот такие массивные световые элементы внизу. Решетка радиатора крупная. Она у нас имеет такой притемненный бронзовый оттенок. И значок Hyundai тоже притемненный в бронзовом исполнении. Камера игрового обзора у нас есть. Подогрев вентиляции сидений. Комплектация не бедная. Оригинальные диски от Hyundai. Летняя резина. Размерность колес, пожалуйста, 235/55/18. У нас есть порожек. Кузов идеальный. Можно использовать как зеркало. Обратите внимание, друзья, зеркала тоже из такой бронзы у нас. Имеют доп. Освещение. Два люка у нас. Две электродвери. Кожный салон полностью. Обратите внимание на посадку. 2, плюс 2, плюс 2 и плюс 3. 9 мест, друзья. Пожалуйста, подогрев и вентиляция сидений. Все еще в пленках. 980 километров, друзья, пробег. Обратите внимание на потолок. Потолок из алькантары, как и в палисаде. Два люка у нас. Один, соответственно, у нас для водителя и переднего пассажира. Другой уже для всех остальных членов салона. Очень нравится задняя часть автомобиля. Очень нравится вот эта пиксельная оптика задняя. Посмотрите. Просто произведение искусства. Дизайнеры потрудились на славу. У нас есть электропривод. Открывается большая дверь. Массивная. Здесь получаем небольшое пространство в салоне и наш с вами задний ряд. Лючок бензобака, пожалуйста, AdBlue и дизельное топливо. Сели мы вместе с вами, друзья, на задний ряд. И теперь, чтобы закрыть дверь, нам нужно нажать здесь. Все закрывается. Очень много подушек безопасности с разных сторон. Есть у нас, друзья, и форточка. Открывается вот она вот так вот в ручном формате. Ну и, конечно, никуда не делась сеточка. Что касается климата, то здесь у нас вот управление с климатом. Подсветка, воздуховоды, ручки. Также у нас есть здесь, обратите внимание, USB вход, розеточка и подстаканники.
А, здесь еще вот такая ниша небольшая, ну, под мусор, например. Столика никакого у вас здесь не будет. Можно целиком и полностью пройти на ряд дальше и спокойно это сделать. Передняя дверь массивная. Очень много места вот здесь. Можно что-то положить. Очень удобно опереть на нее локоть. Здесь небольшой органайзер. Вот здесь у нас рифленый пластик. Здесь место. Музыка. Базе. Комплектация у нас хорошая. Подогрев руля. Подогрев, вентиляция как передних сидений, так и задних. Все еще в пленочке, друзья. Обратите внимание. Электрорегулировки сидений. Автомобиль выпущен в апреле 2023 года. Приборка в духе последних современных моделей. Палисады с подобной приборкой идут. Ну и климат-контроль тоже. Он здесь, в принципе, как и на палисадах. Джойстик, как мы это привыкли видеть. Кнопка запуска. Кожаный руль. 4WD блокировка. Много здесь органайзеров. Пожалуйста, с выходом под USB. И это мне напомнило уже, друзья, степ-вагон. В степ-вагоне тоже очень много полезных и нужных ниш. Пожалуйста, органы управления и включение камер. Камера стандартная, ничего здесь особенного нет. Здесь управление вентиляцией, подогревами, режим езды. Ну и мультимедиа стандартная от Hyundai. Бардачок небольшой. Здесь у нас тоже есть розеточки. Небольшая полочка здесь и небольшая ниша также здесь. Вот здесь еще тоже есть место для хранения. Надпись «Тария». В темноте вот это все подсвечивается. И здесь, друзья, у нас есть подстаканники. И еще дальше углубление. Большой такой бокс для хранения. Подкапотное пространство. Мотор такой же, как и в Палисаде. 2.2, дизель, 177 лошадиных сил, классический автомат. И вот такой монструозный и красивый дизайн, да, разбивается о суровую реальность. Пожалуйста, у вас кочерга вместо газовых упоров. Работа поворотников. Вот здесь как раз применяются те дополнительные светодиоды, световые решения. Ну и, конечно, я вам хотел показать, как сзади работают повторители. Все очень ярко, видно хорошо. Стария в длину у нас практически 5300 метров, в ширину практически 2 метра и высоту также практически 2 метра. Есть одна интересная особенность, что касается внутренней высоты самого салона, то она практически 1,4 метра, что является конкурентным преимуществом среди всех подобных автомобилей. То есть, открывая дверь боковую, вы спокойно можете зайти, друзья, и места над головой у вас будет хватать. Реально, места над головой много. Ну что, друзья, вот такое видео по Hyundai Staria было. Полноценный бизнес-минивэн, премиальный бизнес-минивэн с раздельными креслами сзади подойдет очень хорошо для каких-то нибудь компаний, возить людей, встречать гостей дорогих и очень уважаемых. В общем, автомобиль интересный, по дизайну вообще без вопросов. Привезем для вас, друзья, любой автомобиль из Японии, из Кореи, из Китая. Пишите нам, все для вас сделаем в самом лучшем виде. Ссылочки сейчас появляются на ваших экранах. И, конечно же, подписывайтесь на нас здесь на YouTube и на нашем телеграм-канале, также за нами следите. Всем удачи, друзья, и пока-пока.